Ладно, давай. Я пойду. Слушай, а перья? Я понял. Их надо просто в другую сторону. Скажи, ребят. Здорово. Привет. А чё сидим? Так обои мне. Так он же сказал, привезет. Второй день сидим, ждем. Понятно. Константин Павлович. Алло, вы говорить можете? Сегодня могу. А вы знаете, что у нас из-за вас простой уже 2 дня, и вы обои обещали 2 дня назад ребятам привезти? 2 поворота. Какие еще 2 поворота? До лифта. Чё сказал? Да сказал, в лифте. Походу опять. Бля, уже час ждем. Написал. О, Константин Павлович, здрасте. Здорово, какой у меня этаж? 5-й. Поехали. Константин Павлович, давайте пройдем. Да, без проблем. Аккуратнее, полы не ровно. Так, ребятки, я вас внимательно слушаю. У нас обоев не хватило, 2 дня уже от вас ждем. Почему у вас обоев не хватило? Ну, потому что ваша дизайнер ошиблась в расчетах. Ну, дизайнеру давно пора вставить пистонов, сейчас мы ей позвоним и вставим. Привет. Слушай, ну как ты съездила? Где была? Слушай, молодец, молодец, нашла времечко с Данилом. Слушай, а что это за перья? Ну, дизайнер... А нахера здесь перья, ребят? Вы чё, какая-то муть какая-то, просто какие перья вообще? А ламинат, почему тут ламинат лежит? Тоже вы согласовывали. Я вот так не хочу. Я еще 2 дня назад был на Таити, на пляжике, на песочке и все хотел. А вот так я не хочу. Ты прикинь. Константин Павлович. Не трогай меня, на мне Луи Витон на миллион. Может, Луи Витон? Алло. А. Слушай, а у нас неустойка почем идет? 1800, да, день? Да нет, 2300. 2300? Сколько дней стоим? 2 дня. 4600, да? А, Саня, а у тебя дети есть, да? Ну да. Пошли в школу уже, да? Да. А у меня тоже первый класс сейчас пойдет, там, пипец. 2000 за охрану заплатим в год. Ха! Слушай, малый бизнес душит просто. В Европе 3 года на развитие, у нас просто нихера. Вот я думаю, у нас газ, нефть, и мы в самой жопе где-то ковыряемся. Нереал какой-то. Вон Саудовская Аравия. 800 тысяч на счет кидали. Константин Павлович, может, работать начнем? Вводя все вышесказанное, я принимаю решение идти в бар. А обои завтра. Пойдем, пойдем. Чем мы сидим? Пойдем. А мы такие молодые, висим в стенах одной квартиры. Нам не понять ничтожность тем, о том, что нет у нас проблем. А мы такие молодые, из СССР, во времена лихие, из жидкие неосознанные системы. Мы пустяки, мы миллионами не в теме. 234 600. А ты не можешь нормально это говорить?